Здравствуйте, друзья! Мы с вами опять находимся на кружке лего-конструирования. И сегодня наш юный инженер Ян Болдырев собрал вот такую вот пневматическую модель, причем на свободную тему. Вот он говорит, вечером думал над своим таким проектом и хотел, чтобы машина двигалась от сжатого воздуха. Да, пневматическими называются такие механизмы, в которых в качестве рабочего органа используется какой-то газ. Ну, например, сжатый воздух у нас, да, вот смотрим, значит, из чего у нас состоит. Вот нагнетающий поршень, вот сейчас Ян будет качать, да, по шлангам этот воздух будет вот в этот резервуар накапливаться, и по шлангам, да, через вот этот кран трехходовой, да, передается. И потом вот к этому самому рабочему, вот здесь вот фиксировать он надо было. И да, и он поднимается, и вот у нас сейчас будет эта верхняя часть подниматься. Это манометр. Да, здесь вот манометр для контроля давления, вот здесь уже вижу 10 атмосфер я накачал. Давай еще, да, немножко надо накачать, да? До 25, например. В принципе, здесь ход этого поршня небольшой, поэтому, может быть, и хватит. Давай, показывай, как сейчас она будет работать. Да, вот на кран. Открыли, и сюда вот воздух пришел, и задняя часть этого автомобиля поднялась. Да, вот мы ее можем проехать. Вот это, ну, несколько циклов здесь, да? Этих, к самолетам же подходят такие, которые лестницы. Трап такой, да? Да, вот. Да, да, да. Вот он. Ну, самый простейший, как говорю, подъемный кран. Да, вот он когда подъезжает к месту работы, ему нужно заднюю часть обязательно зафиксировать на большее количество опор. Вот у него два колеса, и потом вот такие вот выдвигаются гидравлические опоры, она встает, задняя часть хорошо укреплена. И потом он вытягивает стрелу и начинает подъем работать. Так что вот можно, это первая модель на пневматической, которая вот на свободную тему собрана не по инструкции, а по самостоятельному придуманному проекту. Молодец, Ян. Ну все, до новых встреч, продолжай дальше.